каким докладом ты выступала на конференции о том, что доклад по Dagger'у. Это новый продукт от Google, который обеспечивает dependency injection более эффективным, лучшим способом, чем его предшественники. И на самом деле это очень удобная, классная штука, которая позволяет реально ускорить реальную разработку. Мобильные технологии сейчас находятся в списке трендов в мире IT и, в принципе, удерживают вот позицию в списке лидеров не ближайшие, а последние 5 лет. Чем ты можешь это объяснить? Тем, что очень удобно и приятно носить с собой в кармане компьютер, который помещается в ладонь и который можно всегда использовать. А между тем, кроме просто мобильных технологий, сейчас появились технологии wearable, которые позволяют, в общем-то, многие крутые штуки делать те же, что и на телефоне, но, например, на умных часах. Поэтому мобильные технологии сейчас в тренде, это очень удобно, это классно. И я думаю, что в ближайшее время они будут еще улучшаться, совершенствоваться, становиться более удобными и легкими. Чьи доклады тебе сегодня особо запомнились, и какие бы ты хотел еще услышать? В первую очередь, конечно, Дениса Неклюдова. Вот, у нас темы очень пересекаются, так случайно получилось, но у нас, в общем-то, много общего в наших темах. И, конечно, Алексея Рыбакова, который рассказывает про Android TV. Это классный тренд. К сожалению, я еще Android TV не попробовал, вот, но про то, как Android N работает на Android TV, это очень-очень актуально и очень круто. В чем практическая ценность конференции IT Non-Stop? В первую очередь, это обмен опытом и обмен знаниями. Здесь собрались очень классные специалисты из разных стран, которые рассказывают самые актуальные на сегодня тренды. Я думаю, что многим ребятам, кто сюда пришел послушать, очень повезло, потому что реально вот в этом году на IT Non-Stop доклады очень и очень актуальны. Ну и твои пожелания начинающим разработчикам, которые только входят в сферу мобильных технологий, с чего начать, на что обращать внимание? Практиковаться, еще раз практиковаться. А еще обязательно пересмотрите еще раз видео с IT Non-Stop и попробуйте те вещи, о которых здесь говорилось. Потому что каждый доклад был уникален и каждый был очень полезен для вас в будущем.